Up. Connell pauza, braço, gol, Philadelphia 3-2. Мезарош, защитник, забивает с дальней дистанции, и ну Вашингтон получает свое очко от овертайма. Они это заслужили, как и Филадельфия. Все-таки два периода это больше, чем один. Хорошие игры, я имею в виду. Посмотрите, какая радость у Флайерс. Вот так все заканчивается. Неожиданно. Дальним броском всего лишь вторая шайба в этом сезоне. И смотрите, как долго он не забивал.